Друзья, всем привет! Необычный, но работающий способ подсказала мне соседка, как избавиться от тараканов. Нужен обычный стиральный порошок и вода. Дело в том, что когда мы эту смесь будем наносить, то если тараканы будут пробегать по этому месту, то у них на брюшке есть мельчайшие отверстия, которыми они дышат. И вот это все заходит к ним внутрь, и они погибают. Сейчас покажу, что нужно сделать. Здесь у меня где-то пол-литра воды. И нужно сделать сильно концентрированный состав со стиральным порошком. Так, раз, два, три. На это количество воды 3 столовые ложки будет достаточно. Теперь нужно будет это перемешать. Ну а дальше все просто. Берем салфетку и начинаем протирать этой смесью в тех местах, где вы замечали тараканов. В основном это ближе к еде, к воде, около мусорного ведра их достаточно много бывает. Также... Ну, то есть, где они могут быть. Проходимся этой смесью. Смачиваем. Слегка выжимаем. И вот это самое идеальное. Не забудьте сразу подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе новых интересных видео. Конечно, обработать все остальные места, плинтуса. И вот так после нескольких обработок тараканов как не бывало. Вы знали про этот способ? Напишите под этим видео. А на этом я хочу попрощаться. До следующей встречи. Всем пока-пока.